Тело мужчины обнаружили на заднем дворе школы номер 16. Сообщается, что в полицию обратились прохожие, которые заметили в небольшой роще заметенное снегом тело. На месте происшествия также обнаружили протезы ног и трость. Причины смерти мужчины и его личность устанавливаются. По предварительным данным, это мог быть бездомный. В Следственном комитете области сообщили, что признаков насильственной смерти на погибшем не обнаружено. Для установления причины назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится доследственная проверка. В это воскресенье пройдет День памяти жертв ДТП. Мероприятие всемирное, призвано привлечь внимание к смертности и травматизму на дороге. Как отмечают эксперты в области безопасности дорожного движения, одна из основных причин ДТП – это нарушение правил. По мнению специалистов, люди должны менять отношение к вождению, понимать, что одна ошибка на дороге может стоить жизни. Женщина оказала первую помощь пассажиру автобуса. Об этом сообщают очевидцы. Как рассказал автор поста в социальных сетях, у мужчины по признакам случился инсульт. Одна из пассажирок оказала ему помощь. Благодаря этому, пишет автор, спасла ему жизнь. Общественники и инспекторы ГИБДД вышли на улицу Ломоносова. Там водители нередко нарушают правила остановки-стоянки, паркуются под запрещающим парковку знаком или вообще на тротуаре. Водителям напомнили, такие действия небезопасны для пешеходов и мешают уборке города, а также затрудняют проезд.